в субботу на ТВ-РУС. Что-то в этом было настоящее. Она появилась на свет с предназначением. Здравствуйте. Она почти с рождения знала, что должна стать звездой. Алёша, это танкер Дербент. Она хотела петь и танцевать, читать стихи и молчать. Так, чтобы у людей лица светились счастьем. А если бы у нее был сильный режиссер, как она говорила, она вынуждена была бы ему подчиняться. Она этого не приемлет. Она хотела потратить свою жизнь на то, чтобы дарить незабываемые эмоции. И у нее это получилось. Но какой ценой досталось ей это? Если ей что-то не нравилось, то она это высказывала всегда. Людмила Гурченко. «За кулисами карнавала» в субботу на ТВ-РУС.